Сегодня 75-я годовина початку Калинковицко-Мазырской наступальной операции войска у левого крыла Белорусского фронта. Она началась 8 студеня 1944 года. У ходе операции 14 студеня были вызволены Мазыры и Калинковичи, 20 студеня – поселок Азарычи, 23-го – Лельчицы. 8 лютого 1944 года операция завершилась разгромом Калинковицко-Мазырской группировки гитлеровских войск и створением плацдарма для дальнейшего наступления советской армии.